Неприятная новость для кишиневцев. В этом году тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов в столице могут повысить. Соответствующий проект разработало муниципальное предприятие «Аутос Лубритати» и намерено обратиться по этому поводу в Мунсовет. Среди причин необходимости такой меры называют более высокие расходы, связанные с повышением цен на топливо. Пока проект находится на стадии общественного обсуждения. Согласно разработанному Риджи Аутос Лубритати проекту, если до сих пор один житель многоквартирного дома платил около 9 лев, то после утверждения сумма может увеличиться почти втрое. В случае частных домохозяйств еще больше, с 18 до 43 леев на человека. Руководство предприятия утверждает, что повышение необходимо для покрытия расходов, понесенных компанией при проведении работ по сбору, транспортировке и хранению отходов. Помимо повышения цен на топливо, в муниципалитете также ссылаются на установку контейнеров европейского типа, что, по их словам, обойдется намного дороже. В то же время удвоилась стоимость услуг, оказываемых третьими лицами, а также расходы, связанные с содержанием установок по очистке фильтрата на Чеканской мусорной свалке, а также на полигоне в Цинцаренах. Новость озадачила жителей муниципия. Говорят, люди и так едва справляются с возросшими ценами на коммунальные услуги и продукты питания. Другие считают, что прежде чем повышать тариф, необходимо создать и условия. Думаю, это слишком много. Нужно взять у тех, кто нами руководит, кто там миллионеры. Прочитал в газете, что 85% миллионеры. Вот откуда деньги надо брать. Сейчас стоит 9 леев, но повысится до 26, почти втрое. На одного человека очень сильно на нас скажется. Нас в семье 6 человек. Если не будем платить, то мусор не будут вывозить, и он будет здесь скапливаться. Если будут улучшены условия для переработки отходов, то, думаю, это не проблема. Нам все же нужно думать об экологии. Мусорные баки хорошо выглядят, на ваш взгляд? Не очень эстетично. Может, их прикрыть чем-то? Хорошо бы отремонтировать. До 25 апреля предложение повысить тариф на вывоз мусора вынесут на публичные дебаты, после чего отправят в Мунсовет. По данным Риджи Аутос Лубритати, действующие тарифы были утверждены в 2017 году, когда возобновилась деятельность полигона в Цинцаренах.